Студенты Мирнинского регионального технического колледжа в Удачном защитили проекты по физике. Это предусматривает новая учебная программа после перехода в структуру МРТК. Исследования в науке студенты проводили впервые. 3 месяца они готовили материалы и представляли проекты на суд жюри. Темы работ самые разные – изучение шаровой молнии, радиоактивность в Удачном и многое другое. Преподаватели отмечают, такая научно-исследовательская деятельность пригодится студентам в дальнейшей учебе. Опыт этот повышает уровень знаний, потому что ребята самостоятельно добывают информацию в ознакомительной части. В исследовательской они исследуют, а если проектная деятельность, то они что-то проектируют. То есть вносят свое новшество в изучение данного предмета.